Итак, дорогие друзья, всем привет! И наконец-то у нас вышло долгожданное демо Resident Evil 4. Сегодня будем, значит, ее немножко опробовать. Это демо-версия, не полная версия, имейте это в виду. Она сейчас здесь в Steam, можете ее скачать, она доступна. Ссылку я, конечно же, выложу в описании. А пока мы перейдем к настройкам. И посмотрим, что же у нас, что это творится. Так, подожди, Darker, это что? Maximum Brightness? No. Давайте вот так сделаем. Или вот так. Или вот так. Вот так. Space confirm. Окей. Так, минимальная brightness. Минимальную. Давайте вот так сделаем, наверное. Brightness. Darkner. Tribunarkner. Так. А так даже. О, вот так может оставить, вот так. Кажется, так будет нормально. Так, Presto Visual Accessibility Skills. Я, конечно, не знаток английского языка, понимаете ли. Ну, как бы, стараюсь как могу, поэтому Space. Это что такое? Adjust Display Windows the Full Shop. Ага, так, ладно, Space, окей. Privacy Policy. Типа, прочитать надо, короче, вот этот пролистать, потому что не пустит. Privacy, I don't concept. Это тоже прочитаем. Окей. For data will be sent research. Ясно. Ясно, ничего не понятно, но очень интересно. Resident Evil 4. Change save demo. Так, что у нас там? Start game. А где настройки, кстати говоря? А вот они. Так, option, online. Опции, окей. Display, графика, 2К. У нас все должно быть максимально. Cinematic resolution 4K, ray tracing off. Может, включим ray tracing? Или ну его в баню? Как думаете, рисковать или не рисковать? Давайте включим. Normal, high, off. Давайте high. Fidelity freaks, quality 100%, render mode, окей. Нормал. Нормал, ну окей. Так, анти-алиасин. Оставим. Текстура high quality. У меня видеокарта позволяет, слушайте. Давайте максимальные текстуры. Хайк. Текстуры фильтр 16. Хайк. Shadow quality. Он PC стоит или что это? А, стоит, типа, прицеливается. Окей, ладно. А DLSS есть? DLSS. Потому что у нас технологии поддерживаются. Press. А, пресеты уже готовы, типа, окей. Так, 164, visibility, vertical синхронизация. А что это? А, 120. А давайте вот так еще сделаем. 99. А можно как-то не по одному, а чуть 84? Окей, ну пускай так и остается, в принципе, нам-то зачем? Нам много не надо, поэтому как бы одиночная игра, ну, типа должно быть, наверное. Fidelity Fix Super Resolution, Ray Tracing есть, Quality. Но! А где DLSS? Fidelity, Fix, Super, Super Resolution 1, 2, Ray Tracing, Image Quality 110, окей, Normal. А где DLSS? Я не вижу DLSS. Display. Может он здесь? Но почему? Display Damage of On. Ладно. Я не вижу здесь почему-то Language. А что за язык есть? Так, ага. Ну ладно. Display language, окей. Voice language, display language. Давайте субтитры будем читать тогда, да? Субтитры, выкл, вкл. Вспомогательные субтитры. Это, а что это значит? Гортанные щелчки. А, не, не надо. А размер субтитров? Средний, маленький. Большой. Пускай так будет. Затенение фона субтитров. Вот так.
Ну как бы, ладно, цвет субтитров, ладно. Звук, экран, графика. А где ты LSS, я не пойму. Предустановка, конфигурация ПК. Так, это ясно. Я знаю, какая у меня конфигурация ПК, это все понятно. Частота кадров. Я, наверное, где-то не увидел, просто, видимо. Обычно сглаживание, TV, режим отрисовки, обычный. Ладно, короче, поехали. Основной сюжет у нас. Поехали по основному сюжету. Новая игра, окей. Сейчас будем смотреть и наблюдать все это невероятные красоты, потому что это ремейк, он должен быть как бы, ну, круто сделан. Сколько лет уже прошло? С 2005 года. 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун Сити стерли с лица земли из-за биооружия, созданного Амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Так, ну озвучка классная, мне нравится. Красиво. Прошло 6 лет с тех пор, как Леон Скотт Кеннеди пережил инцидент в Ракон-Сити. Беспрецедентную биологическую катастрофу, которая произошла по вине корпорации Umbrella. Леон стал специалистом США. Спецагентом США. И теперь ему поручено особое задание – найти пропавшую дочь президента. Поиски привели его в глухую европейскую деревню. Несмотря на все пережитое, Леон не был готов к ужасу и безумию, которые его ждали. Space, поехали дальше. Так. Слушайте. Ну, неплохо. Неплохо, так уже я вижу. Я вижу уже неплохо. Почему-то у меня счетчик кадров не работает, но чувствую, что вроде как все неплохо. Мы, конечно, можем включить и посмотреть. Но я думаю, зачем? И так все очень даже неплохо. А может быть, даже еще фреймрейт поднимем. Слушайте, нам, наверное, 84 это маловато будет экран. Экран, где? Вот оно. А как менять так, чтобы... Это не клацать, типа вот так вот не клацать, но это неудобно. Почему так сделали? Почему так сделали, непонятно. Все. Так. Очень даже красиво. А как пистолет доставать, слушай? А здесь нет типа... А, я сейчас не могу. Здесь ни менюшку, ничего нет, короче. Да, ничего нет. Просто нужно идти вперед и все. Колючая проволока какая-то. Свечки стоят. Труп? Нет, не труп. А, завязанная голова у статуи, гляди. В чем прикол? Это подсказка какая-то? Так. Там кто-то что? Бегать мы можем. А оружие не достает. Оружие сейчас не достает, да. Куда он подевался? Кто подевался? Там какой-то зомбак или вороны? На ворону больше. Это олень? Так, вижу, кто-то принес в жертву оленя, задрал. Ну да, ну а оленя участь незавидна. А где BMW рядом или Volkswagen какой-нибудь? Что ли? Увели? Вот бедный олень. Так, F. Это, а что? E это приседать? Слушайте, Q быстрый разворот. E приседать. Ничего себе.
Вот это вы даете. Ладно, F, изучаем. И мы так и будем на него пялиться? Шиши. А что? И все? Типа, в чем прикол? Ладно. Пошли дальше смотреть. Пробираемся сквозь... А подожди, а там что-то еще было, интересно? Надо посмотреть. Нет, ничего не было. Не, ну игра выглядит, в принципе, неплохо. В принципе... Е, присесть. Вот я же говорю, Е приседает тебя. Это нас сейчас обучают. Угу. Так, а здесь оружие брать можно? Капканы? Да, я помню капканы эти. Я эти капканы помню. Ящик. Ящик не открывается. Труп на ящике лежит. Повсюду скелеты и олени. Много оленей. Так, это что? Тоже какие-то трупощины, только в мешках. Вот, да? Погнали. А там что? Так, ну это мы помним. Там внутри кто-то есть. Там мужик стоит, камин раз это самое. Разогревает себе супчик с фрикадельками из своего соседа. Вкусный сосед, наверное, походу. А что это? А что это было? Желтое. А, это отражение, я понял. Это RTX. Так, пошли дальше. Что, ну входи, давай, да. Не бойся, заходи, не бойся, выходи, не плачь. Дровишки. Я тоже так в деревне дровишки складывал, но соседи не ел. Почему-то вот, есть, понимаете, вот. Сытый был, наверное, просто. Так. А это, да, типичные деревни. Типичные деревни, так люди там и живут, вы представляете. Так люди в деревнях и живут. Так, это что такое? Это копыта? Или рога? А, рога, подожди, это не копыта, это рога. А ну обычно так и копыта могут отрастать у этих, допустим, у коз там всяких. Если их не подпиливать. Так, здесь, походу, мужик с камином. Не? Через щелку не видно ничего. Ну пошли. Не? А, просто комната. Ясно. А когда мы пистолет достанем, это что такое? Это какая-то оккультная штука. Оккультизм у нас, типа креста, что-то такое. Да? Управление, конечно, вот этой оккультной штуки как-то не очень удобное, если честно. Я вот верчу и не понимаю немножко, как оно так крутится, вертится, непонятно как. Ладно. Судный день грядет. Примитивный медальон. Ясно, хорошо. Посмотрели. А забрать можно эту штуку? Повернуть, масштаб, сброс. R, сброс. Ладно, нельзя. Ну, сделано неплохо, но, по-моему, в Resident Evil как-то покрасивее было. Или, может, мне так кажется, я не знаю, ну... Ну вот как-то. Там лепестки разбросаны. Здесь у нас яблоки. Картина, так, ничего примечательного. Хорошо, выходим, пошли дальше смотреть, что там у нас. Так, здесь у нас баночка, здесь чего нет, походу, пошли. Это картошка, да? Да, картошка, смотри, хорошая. Хорошая картошка, так. Тихо, не спешим. Надпись какая-то. Хастаэль фин витенс контиго. Тимерс семос. Это Испания, похоже. Что это такое? Наверное, что-то испанское. Так. Испанский стыд. Это ты куда? Подожди. Это куда? А так посмотреть могу. А так тоже могу. Я могу туда зайти, могу туда зайти. Но куда мне заходить? А здесь ключ надо смотреть. У меня ключа нет. Ключ, ну. И опять это вот эта штука висит, смотри, только уже с гвоздей сделано, типа с колышков. Так. Там, короче, какой-то алтарь, я так понимаю, да? Либо защитный, либо что, непонятно. Короче, какими-то там неподобствами занимаются. Ясно, пошли.
Опа. Простите, что я без спроса. Буско, он полиция. Биноаки. Рикаделик, не желаете? Ничего он нахуй двинул, слышь. А, у кого-то запор? Плохо дело. Вот сейчас картинка кинематографичная, смотри на это. Вообще красиво смотрится, вот сейчас классно. Тут. Косточка у нас на столе, короче, недогрызанная. Макароны. А свое не знаю, что это такое. Это банан тухлый, черный валяется. Апельсин. Так, ключ. Это там, где вот было закрыто, короче, надо ключ подобрать. Все, взяли ключ. Все, теперь мы с пистолетом. Теперь всем крышка будет. Надо походить, посмотреть, что здесь еще есть. F. А вот и полицейский, да? Фу, ну и вонь. Не? Зелье приворотное какое-то валится. Так, печка. Печка металлическая. Так, тихо там. Так, это что такое? Кролик. F. И все? Нам просто показывают и все? Зачем? Я не... Не, конечно, я понимаю, может, кому-то прикольно типа смотреть на вот это, ну типа. Ну типа, ну ладно. Как-то бессмысленно вообще просто втыкать на кишки зайца. Кишки зайца? Кто не видел кишки зайца? Так, подобрать. А он их выкинет или они там останутся валять? Да, они останутся валять. Повернуть масштаб, сброс, space, окей. Жетон полицейского, национальная полиция, Марио Фернандес Кастаньо. Офицер. И что дальше? И все, типа? Я забрать это не могу? А он типа лежит, да? Окей, ну ладно. Так, капканы у нас здесь. Капканы, косточки и вот эти знаки. Хорошо. Пошли там, где дверь, короче, была закрыта, надо ее открыть. Вот она. Благо, долго ходить не придется. Так, ключ использовать. Окей. Так, ну пока неплохо. А мне, в принципе, ничего так. Не, ну мне нравится слушать. Это определенно не игра, не 2005 года. Она выглядит современно. Она выглядит современно, красиво, иногда вот местами с зайцами, конечно, глупо немножко, я понимаю, что это дань традициям, типа, ну, в прошлой игре так было, ну, как бы, ну, мы же не настолько изголодавшиеся сейчас по играм, правильно, как раньше это было. Раньше это было круто, потому что надо было чем-то заполнить сюжет, а сейчас, как бы, вот, извините, подайте, пожалуйста, подайте, подайте красоту, продайте... Хотя убить можно? Это борза или что, я не помню. Крыса. Может подружиться с ней? Мы сможем с ней подружиться? Иди сюда. Крысюлька. Вот мы ее сейчас так зовем, а она кому-то жопу грызла сейчас. Вся в крови побежала. Или может из жопы вылезла. Так, это что такое? Это человек или животное? Это животное. Да, похоже на свинью. Опять знаки. Опять какие-то знаки, здесь свечи, как обереги какие-то висят. Короче, обвешались всякими штуками. Книги, ясно. Он упирается в нее, как типа в дверь. Но это не дверь, это вот штора. Эй,
Он потерял голову. Почти. Понял. Что там у тебя? Да запору, пацану. Да что за херня? По большому сходить не могут. Вообще у них там что-то творится. Не-не-не-то. Выберитесь из охотничьего дома. Достать оружие. Это вот это достать оружие. Стрелять, я понял. Хорошо. Опять алтарь какой-то. А мы уже посмотрели. Опять, короче, можно тупо повтыкать на полицейского на дупо. А можно в него палкой потыкать? Вот я думаю, если бы они сделали возможность потыкать в него палкой, было бы больше смысла вообще в этом, чем просто вот так пялиться. Вот реально, я вам говорю просто. Вот просто. Вот пришел бы палкой, потыкал и все, типа ногой попинал. Вот это было бы прикольно. Что это? Так, кто-то идет. Что это? Ты что, не слышишь? Что это? Кто-то идет. А как мне тебя отбросить? Фиш. У него из шеи что-то вылезло, слушай. Какие-то щупальца были. Там кто-то идет. Да, вон щупальца, гляди. Короче, они когда подыхают, видимо, вот такое вот с ними происходит. А может и никогда подыхают. Так, а вот, я могу спрей использовать, у меня есть нож, пистолет, у меня 5 патронов осталось. А можно где-то патроны искать, кстати говоря, как, ну, как разумеется, в прошлой серии, типа, вот, можно было это делать. Патроны есть где-то? Или нам сейчас придется ножом сражаться? Давайте поищем по-быстрому. Быстрый поиск патронов, есть ли где-то патроны? Лопату брать нельзя, этого ничего, здесь ничего нет. Я понял, так, ладно, пошли, короче, наверх туда. Потому что патронов у нас всего 5. Нам не дали. Может, в доме где-то лежат патроны? Надо походить, посмотреть. Тихо. Так, давайте поищем патрошки. Ящики открываются, не? Ящики не открываются. Так, опять, это нам не надо. Давайте патроны искать. Это мы видели, окей. Короче, нет здесь патронов. Надо как-то проходить по-тихому, наверное. Чтобы нас не заметили, типа, да? А как он ходит, мне интересно? Он все-таки к нам идет, да? А тебе одной пульки недостаточно, слушай? Разве? Слушай. 3 патрона в голову? Вы издеваетесь. А кто там? Там кто-то есть. Да, он кто-то ходит там. Так, мне надо выбраться типа из дома. Но где патроны? Траву дали. Хорошо, зеленая трава. Давайте ее сразу используем, наверное. Подлечимся. Ну, интерфейс удобно сделали вот этот. Как оно. Там наверху должен быть дробовик и должны быть патроны, по идее. Если это. А, это не та локация, подождите, это не та локация. Туда я заходить пока не буду, потому что у меня не хватает патронов его убить. Я, конечно, понимаю, что у меня есть нож. Ну, как бы. Хотелось бы его застрелять до смерти. Пистолет-то классно сделан вообще. Прям блестит, как настоящий. Гнездо. Это Кондор-1. Это Ханиган. Говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников. Мне пора. До связи.
Ой-ой. А что мне делать? Все, типа? И вся погоня? Карта обнулена. Они еще там, типа, да? А где патроны брать, слушайте? Два патрона всего осталось, так нечестно. Мне нужно больше патронов. Я нуждаюсь в патронах, пожалуйста. Где мой ленд-лиз? Дайте патрошков. Там кто-то есть? Опять кого-то тащили. Не, ну выглядит, конечно, зачетно. Видео выглядит окей, видео выглядит alright. Так, вот это вот сейчас мне напоминает God of War. God of War играем, в Resident Evil. Так, вороны. Походу, с вороном что-то может выпадать, но я не знаю, тратить патроны или не тратить. Ну просто если мы сейчас ворон... Интересно, будет что-то выпадать или нет? Да, выпадает, смотрите, деньги сейчас выпадают. Зря я, наверное, использовал патрон, потому что... Песеты. F, окей. Деньги. Как так же точно, как и в 2005 году выпадает... О! Вот это можно ножом разбивать, слушайте. Не-не-не-не-не. А как мне... А как мне использовать? Подожди, выбросить. Осмотреть. Переместить, упорядочить автоматически. Space, окей. Я могу его брать? А как экипировать? Подожди. Убрать, окей. А нет. Так, я сейчас взять предмет, осмотреть. Быстрый доступ. Есть в быстром доступе. А почему это нельзя в быстрый доступ добавить? А, вот, он уже здесь, типа, понял. Убираешь пистолет, и все, он у тебя, типа, в руке. Патроны. Хорош. Все. Сейчас экипировать пистолет. Тихо, вот так, взять. Так, а как это? А, быстрый доступ этот, среднее колесико. Но, подожди, а как? А ну, типа... Я не пойму, подожди, а... Перезарядка, окей. А как выбирать просто? Колесико, типа, не крутится, я понял. То есть мне это цифры обозначает. 5, 4, вот это, надо цифры нажимать. Наверное, так, потому что, ну, по-другому я пока не... Ладно. Ладно, пошли. Так, там какие-то чурки ходят. Зомбические, вот эти вот. Какие-то зомбари. Ладно, пошли дальше. Так, это сохранение? Вот, двоечка, да, оно так и есть, смотри. Я понял. А как быстро убрать пистолет, так, чтобы я не постоянно не переклацал, типа, вот это вот. Убрать. А, единичку, наверное, нажать надо. Все, давайте, можно, порох. Крафтить можно. Окей, давайте сохранимся тогда. А, сохраняться нельзя. Это из-за того, что это демка, да? Так, вот. Так, нажимаем единичку, все, быстрый доступ, у нас есть пистолет, окей, я понял. Разобрались с этим. Хорошо. Снова ворон. Я не знаю, стоит ли на них тратить патроны, потому что они мне еще, походу, пригодятся. Так, здесь где-то... Это волк мертвый, окей. Капкан, бедолага, попал. И, короче, это вороны его так распанакали, или что? Типа... А, червячки он ползает. Как реалистично.
Вообще. Вот бы палкой поковыряться можно было. Я думаю, тут бы вообще только в эту игру вот это вот только из-за этого играли бы. Так, стол. Здесь патроны? Да. Вы посмотрите, да мы... Да мы живем. А перезарядиться можно? Так, а, вот, ну! Нож достал, смотри. На клавиши вот это. Я не знаю, как у вас эта кнопка называется. У меня, короче, боковая клавиша. Пистолет. Давай нажимай, быстрый доступ. Почему не нажимает? А, во, все. Надо два раза нажать. Я понял. А еще что-то есть? Слушайте. Или больше ничего нет? А как мне камеру приблизить, отдалить, типа, интересно? Можно здесь как-то присесть, встать? Окей. А вон стоит. Сейчас мы его отсюда снимем. Не? Ушел? Там наверху кто-то ходит. Вон он шарится. Давайте его снимем заранее. Давай. Вот так, готов. Чтобы он нам не мешал. Так, это что? Писеты. Зачем писеты? Патронов больше, давайте. Так, чтобы достать оружие, короче, нажимаем единицу и нажимаем среднюю, эту колесик. Капканы. А где он тарахтит? Он наверху где-то. Подожди. Вон он. Глаз прямо попал вообще. Готов. Его добить надо или что с ним? Добивалочка. Порох с него выпал. Хорошо. Ясно. Интересно. Слушайте, а мне так нравится играть. Игра такая прям увлекает. Черепочки висят. Это мы в первой в старой версии такое видели. А что если выпадет что-то отсюда? Не, ничего не выпадает. Он просто падает и все. А с этого интересно что-то выпадет? Ничего не выпало. Так, давай оружие доставай, пожалуйста. Все, достал оружие. Пошли дальше. Тихо. Капкан. Ничего себе. Нужно быть очень осторожным. Там, короче, чуваки сидят внутри, да? Да, вон. А может мы его снимем отсюда? Вон, голова вижу. Сейчас я им бот подрублю, подождите. Попал. Да. Это был я. Здрасте. Топор попал. Там все, больше никого. В топор попал, прикинь. Вот это чертово везение называется. В топор попал. Так, травка-муравка. Окей, забрали. Это что у нас такое? Это светошумовая граната. Забрали. Так, патроны. Отлично. Есть контакт. Перезаряжаемся. Все. Так, что, все? Больше ничего нет? Так, сразу, наверное, давайте быструю экипировку сделаем. Так, быстрый доступ к оружию. Вы можете настроить быстрый доступ к оружию, выбрав нужное оружие в меню предмета. В меню быстрого доступа можно добавить до 8 единиц оружия, по 2 для каждого из 4 направлений. Ага. Стоять. Быстрый доступ. Где? Вот он.
Создать. Подожди. Не то. Быстрый доступ. Взять, надеть предмет. Что, возьмем? Пробуем. Ладно. Так, флешку взял. Хорошо. Достать, бросить. Достать, бросить. Ясно. Давайте единичку нажмем. Окей. Она у нас все добавилась в этот. Нажимаем двоечку, все. Ой, как просто вообще, класс. Обожаю. В первой части, конечно, не так все прям радужно было. А здесь прям красота. Так, капканы надо смотреть, потому что как бы они так лежат, их вообще не видно. В первой части их, вернее, ну, в старой версии, их вообще заметить было или проще простого. Упала. Голову. Гляди. Еще одна голова. Вот тут же местные жители, чтоб сама закрылась. Наш автомат. Так, а вот здесь будет движуха. Здесь нам надо, короче, пробегать и куда-то в домик забегать, я так понимаю. F, типа, понаблюдать, да? Масштаб, обзор, посмотреть. Окей, а что там? Чего, косарили? Так, а что же нам дальше? А куда же нам там бежать? Вот тропинка какая-то, слушай. А я не помню, чтобы там такое было в этот в старой версии вот такое. Смотрите, тропинка. Надо же. По-моему, там такого не было. Так, надо следить, чтобы они не вышли здесь. Давайте еще посмотрим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, выходит. А он пойдет дальше? Или он будет там стоять? А, он ходит туда-сюда, я понял. Там ящик стоит, можно пойти забрать. Сейчас проскочим? Как думаете? Я думаю, проскочу. Так, а что с этой делать? По стелсу замочить можно, интересно? Давайте попробуем. Стелс, есть стелс, великолепно. Хорош. Стелс имеется. Отлично. Стелс есть. А они ходят здесь как? Они рандомно ходят или там яйцо можно подобрать, или они какие-то есть этот самый, типа. А, я залезть могу внутрь, типа, не будоражить всю толпу. И могу здесь залезть. Давайте еще посмотрим, что здесь есть. Там внутрь можно зайти. Он внутри вопит или что это? Так, здесь что? Порох, ясно. Забрали. Окей, пошли дальше. Там дальше есть проход. Ладно, пошли, короче, сюда. Нам, походу, надо залезть в окошко, насколько я помню, в этот домик. Или в этот, или в соседний. Соседний, наверное. Да-да-да. А как наверх залезть? Подожди. Там наверх можно залезть. Но здесь залезть нельзя. Это, наверное, надо, короче, я понял. Это надо как-то... Так, нас не заметили вроде бы. Что за... А зайти можем сюда? Да, зашли. Так, отлично. Что здесь у нас? Ключ нужен. Ключа у меня нет. Хорошо. Бочек. Так, материалы забираем. Это что такое? Песеты. Забираем. Окей. А здесь как-то вылезти нельзя наверх? Так, стоп, это что? А, это там я уже там смотрел, что там было, там ничего нет. Окей, тогда.
А шум их не привлекает, интересно? Вон они ходят. А сколько у меня патронов? 15 патронов. Я могу флешку, в принципе, кинуть. Ну что ж. Понеслась? Тихо. Тихо, дайте пройти. Дайте пройти. Там дробовик должен быть наверху. У, это с бензопилой, он походу бессмертный. Йоу, лопало. Это что, шутка-то? Мне прям везет. О, класс. Лови подарочек. Так, тихо. Дробовик давайте брать, потому что сейчас будет мочево. Там граната. Стой, 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 стой. Взять. Стой, 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 стой. Выходим, выходим. Почти, 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 почти. Тихо. Тихо. А куда бежать? Пес здесь. Вот это движуха, ё-моё. А ты как? Закрыто. Пошли. А куда бежать, я не понимаю. Я не помню просто вот это вот, куда текать. Капец здесь движуха. Так, давайте экипируем, короче. Нож сломался. Осмотреть, это плохо. Взять. Подлечиться, наверное, надо использовать. Ух, хорош. Давай, 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 давай. Капец, движуха, я в шоке. Блин, а куда дальше? Капкан опять, да ёлки-палки. Жесть. А тихо, пила пидаться. Ё-моё. Жесть. А куда текать, алло? Ребятки. Ара-ра-ра-ра, наверх. Погнали. Так, подниматься надо. Вот это движуха, я понимаю, вообще.
Пошли вон. А сзади? Нет, вот это да. Жесть. Продолжить, давай. Я не помню, что здесь делать надо было, ну, типа. По-моему, сейчас должны ожить вроде бы, по крайней мере, как это было в прошлой части. Типа, я ожил, и типа больше никого не было. Кажется, так было. Или не были. Были, все-таки были. Но я не помню, куда надо идти там. А вот как-то забыл. Или в следующую, или не в следующую локацию. Короче, как-то там у нас... Ага, все, мы типа с сохранения начали. Я понял, ясно. А, да-да-да-да, вон оно. Так, вот так вот. Короче, что-то я где-то как-то не сделал. Так, пошли сюда. Залазь, давай. А, прыгнуть. F, точно. F. Ясно. Так, здесь ключ, я понял. Так, ну пошли тогда в дом, короче, потому что нам именно туда и надо. Тихо. Вон туда, да? Остерегайтесь. Нам надо забрать дробовик. Подлутать это все. Я, правда, не помню, куда дальше бежать. Ну, типа. Сейчас посмотрим. Что я с этими делал? Есть, надо, короче, поскидывать все лестницы. Ух, куда же она прессует? Блин, стоять. Ай-яй-яй! Это что такое? Все? Ключа нет, окей. Ясно. Это тупик, походу, или нет? Нет, это не тупик. А. Подожди, Антон. Я занят. Так, флешку давай. Есть контакт. Стоять. Взять. Ай-яй-яй, давай, да проходи. А как его оттолкнуть? Слушай, иди сюда.
Так, ну что там? Так, а куда же мне бежать? Я что-то без этого сама. Там вроде сейчас все у нас. Или можно туда побежать? Не, бежим. Закрыто. Куда вы издеваетесь? Ой-ой-ой. У-у-у, с головой капец. Жесть. Куда? Назад! Подожди, зачем ты сюда бежишь? Все, зажали. Давай бегом. Это капец просто. Вот тут происходит, божечки. Сколько их здесь? Что, все? Да, сука. А, все, они сейчас убегут. Отвали. Они сейчас уходить будут. Да. Самбука. Они на дискотеку типа пошли? Чтоб ни в чем не бывало. Обед. Не знаю. Лепезок. Куда это они все? В кино, что ли? Все, демка закончена. Результат 40 минут, получено денег. Хорошо, я понял. Все. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте видео. До скорых встреч. Пока.